Лидер секты и самопровозглашенный пророк предстал перед судом Зимбабве по обвинению в жестоком обращении с детьми. Ранее полиция провела обыск на его ферме и спасла 251 ребенка. Правоохранители сообщили, что дети подвергались жестокому обращению, как дешевая рабочая сила. Их заставляли выполнять ручную работу, объясняя это тем, что они должны овладеть жизненными навыками. Как выяснилось, дети на ферме не посещали школу, и у большинства из них не было свидетельства о рождении. Полиция также обнаружила 16 могил, в том числе 7 с младенцами. Ферма находится примерно в 30 километрах от столицы Зимбабве. Арестован 56-летний Исмаил Чукурунгерва, лидер секты, а также 7 ее членов. Им предъявлены обвинения в нарушении закона о захоронениях и кремации и закона о детях. Свою секту Чукурунгерва назвал «Церковью белых одежд». Зимбабве – страна с преимущественно христианским населением, где распространены апостольские секты. Последователей церкви белых одежд ранее обвиняли в жестоком обращении с женщинами и детьми. Они также известны практикой детских браков.